Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет видосик по Machine Roleplay насчет будущего модпака, нового модпака, будущего модпака. Я сам, честно говоря, пока что не знаю, мне это скинул подписчик. Скажу сразу, что информация не стопроцентная, но очень даже скриншоты правдоподобные. Он мне скинул в ЛС, и я решил записать видосик, мнение про будущий модпак, но повторюсь, это не точная информация, что это будет именно этот модпак и будут именно эти машины, но именно скриншоты очень похожи на Амазинг, прям тютелька в тютельку, серьезно. Сейчас я вам все покажу, вы обязательно поставьте лайк, чуваки, буду комментировать свое мнение. Так, давайте первую машину открываем, короче, давайте, я думаю, так их сразу откроем и нажимаем открыть, и на весь экран так вот сделаем. Все, думаю, вам хорошо будет видно. Итак, это у нас Kia. Kia у нас это новая, которая вышла, короче, типа спортивная версия, довольно-таки очень крутая, я про нее видос эти тоже смотрел в ютубе, круто, если они добавят, реально будет круто, видите, вон это МЧС, вон видно, ну реально скриншоты с Амазинга, реально скриншоты с Амазинга, но я вам не могу точно сказать, здесь, видите, не видно, скорее всего, просто человек, какой делает эти скрины, он убрал интерфейс, но очень правдоподобно выглядит, вот это такая сексуальная Kia, короче. Довольно-таки круто выглядит, как по мне. Так, это у нас BMW. BMW это у нас M5 F90, какая новая вышла. Судя по всему, да, карбоновая крыша. Да, это, скорее всего, именно это бэха. Моделька довольно-таки проработана нормально. Я, честно говоря, в жизни не видел такую машину, понятное дело. Видосы я смотрел. Очень даже похоже. Давайте я поближе подвину, сейчас гляну. Да, вроде бы она. Это, по-моему, M5 F90. Но ноздри у нее карбоновые. Ну, это там комплектация идет, либо карбоновые ноздри и глушители сзади, и крыша. Но здесь почему-то только крыша карбоновая. Если, блин, я надеюсь, что M5 60 не берут. Конечно, да, M5 F90 она крутая, но, блин, M5 60 это же классика. Я думаю, все ее любят, как и я. Поэтому не хотелось бы, чтобы ее убрали. Но, скорее всего, ее уберут, но... Не будем о грустном, ладно. Идем дальше. Это у нас четырка. Четырка. На Мазинге есть еще четырка, в принципе. Давайте я увеличу. Вот такая вот четырочка, тоже прикольненькая. Видите, без номеров даже машины, потому что модельки, скорее всего, делаются с нуля. Я так понимаю. Вот такая вот четырочка. Тонировочка есть немножко. Ну, не сильно отличается от той, какая у нас сейчас есть на Мазинге. Поэтому сильно внимания я ей уделять не буду. Так, волчок, Mercedes 124 E500. На магазине сейчас есть такой волчок, но этот вроде покачественный, и у него чуть-чуть другие бампера, если я не ошибаюсь. Ну, так круто выглядит, на самом деле. Мне и так волчок нравится, но он более качественный вроде, чем какой сейчас на магазине. Да, вроде бы зеркала у него тоже вроде бы немного другие, может я ошибаюсь, колеса такие самые, но что-то по кузову есть изменения, потому что... Что-то мне подсказывает, что он немного изменен. Бампера, вроде бампер немного другой. Может, я ошибаюсь, но вроде он качественнее сделан, чем какой сейчас у нас волчок. Так, Infiniti. Infiniti у нас вот такая вот красавица. Infiniti. Тоже мне очень нравится эта Infiniti, наверное, единственная Infiniti, какая мне вообще нравится. Очень брутально выглядит. Вот такие вот диски, карбоновые бампера, пороги, крыша, зеркала. Я думаю, машина будет очень популярная, потому что очень красиво. Но согласитесь, ну вообще Infiniti, я думаю, не все знают эту фирму, но у них джипы там есть и так далее. Но очень круто выглядит, что морда, что жопа. Жопу я вам, наверное, не покажу. Хотя, может, там скриншотик найдется. Но очень круто выглядит это Infiniti. Давайте дальше. Lexus. Lexus, не помню какой.
он, по-моему, был на КРМПРП, я помню, он был точно. Ну, не знаю, мне он не очень нравится, этот Lexus, и что-то он такой завышенный, прям очень. Прям очень такой завышенный, но, видимо, так сфоткали, наверное. Ну, не знаю, мне не очень нравится, даже не понять имею, на что его заменят. У нас, по-моему, таких машин даже нет подобных. Может, его заменят на Lancer, скорее всего, наверное, так и будет. А, нет, скорее всего, на Mark II заменят, а Mark II это у нас есть, по-моему, Lancer. Если я не ошибаюсь. Ну, скорее всего, да, заменят. Ну, не знаю, мне он как-то не очень нравится. Прям, ну такое, не знаю, я не очень Lexus люблю. Но прикольный такой, прикольный. Так, вот, кстати, мордашка этой Kia. Давайте я подробно морду покажу. Мордашка у него довольно-таки классная, диски тоже прикольные. Это новая Kia, повторюсь. По-моему, карбоновая крыша, салон у него будет там пиздатенький такой. Блин, ну, мне нравится Kia, вот это нравится, такая симпатичная машинка. Как по мне, очень даже симпатичная. Так, Audi RS6. Да, я тоже хотел, на самом деле, чтобы ее добавили. И надеюсь, ее добавят. Очень прикольная тачка такая. Я думаю, вы знаете, Булкин, у него RS6 в реальной жизни. И цвет, кстати, похож очень на его машину. Может, это намек на то, что Булкин будет у нас снимать. Хотя, не знаю. Не знаю. Кстати, для тех, кто не знает, у меня старый модпак. Не тот, что, который сейчас еще есть. А именно старый модпак у меня стоит. Потому что мне вот этот последний не нравится. А вот если этот выйдет, то, возможно, я поставлю этот модпак. А пока я на старом играю. Ну, блин, такая Audi сочная, Audi RS6, с панорамой, кстати, да, панорама здесь стоит. Не знаю, тут есть проекция, типа, не могу разглядеть. Ну, возможно, есть, не знаю, какая-то комплектация. Ну, и вот Lexus, в принципе, сзади как выглядит. Видите, вот, скрины, это видно, что это Мазинг, это вот русская мафия и так далее. Это видно, что это Мазинг, и довольно-таки классно выглядит, как по мне. LX какой-то там он, короче. Я не помню, как он точно называется. А, нет, тут не разглядишь сильно приближение. Ну, такой прикольный, но я бы себе не купил, честно. Ну, и вот толчок еще сзади, как он выглядит. Тоже довольно-таки круто выглядит. Симпатичный такой. Я себе, на самом деле, тоже балочка взял. Так, выхлоп вот такой. По-моему, жопа тоже, видите, немного изменена. Ну, прикольный такой волчок, прикольный. Мне тоже очень нравится даже. Круто выглядит. И вот этот Тахо, по-моему, или... Нет, это Тахо, по-моему. Вот Тахо, блин, вот Тахо, что добавить, такое-то круто, реально. Скорее всего, пацаны, СВА уберут и вместо него поставят вот эту Тахо. Скорее всего, я не... У меня нету точной информации, но я так думаю, что, скорее всего, вместо СВА будет вот такой вот Тахо. Потому что до СВА был Тахо старый, тоже Шевроле. Или Сугурбан был, по-моему, Сугурбан был. Да, а это вот Тахо. Скорее всего, вместо СВА, пацаны, будет Тахо. Но это не точно. И, ну, он классный, я не против был, если вместо СВА Тахо сделали. И вот прям изюминка, наверное, это будет, пацаны, Rolls-Royce. Я не помню, как ГОС, по-моему, или как он там называется. Я не очень шарю, это не ко мне насчет Rolls-ов. Очень сочно так выглядит, прям, ах, конфетка такая просто. Двухцветный он будет, как я понял, да. Ну, двери открываются вот так вот. Ну, сочно довольно-таки выглядит. Так, где-то еще картинка. Вот спереди. Просто, блин, ах. Прям соска, реально. Просто реально соска. Очень круто выглядит. Как по мне, прям персик, просто персик. Я бы себе такой взял бы, на самом деле. Скорее всего, знаете, на что его заменят? Либо на GTR заменят, либо на Ferrari заменят. Скорее всего, на Ferrari, да, заменят. Вот. Вместо Феррари будет Rolls-Royce. Но это тоже не точно. Я просто говорю свои предположения, пацаны. Если что. Так, давайте. Стоп. Стоп, стоп. Как-то надо перелистнуть. А, все, это походу все картинки. Какие у меня были, да. Да, это походу все картинки. Так, давайте закроем вот это. И, ну что, прикольно, прикольно. Тачки довольно-таки прикольные. Это не полный модпак, я думаю. Буду... Еще, если модельки скинут, еще я запишу видос. Ну, а вы обязательно поставьте лайк, если хотите, чтобы в модпак добавили именно эти машины. Но надеюсь, вот эту бэху поставить на место Е60, потому что я сильно расстроюсь. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.